Вряд ли кто-то до сих пор верит, что звезды поражают своей натуральной красотой. Конечно, у всех хоть что-то сделанное. Но эти российские звезды бьют рекорды по переделкам. Айза Долматова. Экс-жена Гуфа призналась, что всегда испытывала комплексы из-за своей фигуры, и после рождения второго сына приняла решение о липосакции. Список процедур был впечатляющим, включая удаление излишней кожи и жира. Процедуры стали для нее способом не только улучшить внешность, но и повысить уровень самооценки. Ирина Понаровская. Певица внесла много изменений в свой внешний вид, поправила форму губ, подкорректировала скулы и форму глаз. Сегодня она совсем не напоминает себя же в молодости, однако в целом выглядит очень хорошо для своих лет. Наталья Бочкарева. Всего-то 20 миллионов рублей, и звезда Букиных Наталья Бочкарева вернула себе молодость. Актриса провела операцию по удалению излишней кожи на руках и пересадила жир из живота в ягодицы, чтобы получились соблазнительные изгибы. Актриса решилась на эту процедуру после третьих родов. Виктория Лопарева. Получившая титул «Мисс Россия 2003», Виктория Лопарева ненавидит, когда ей задают вопросы о пластической хирургии. Она настойчиво отрицает любые процедуры, хотя все и так видно невооруженным взглядом. Удаление комков биша, ринопластика и мамопластика – эти процедуры Лопарева сделала наверняка. Анна Дзюба. Девушка прибегала к услугам хирургов для поддержания соблазнительных форм. Они регулярно корректируют фигуру певицы, однако не используют имплантаты. Там другая схема. В качестве материала для моделирования форм используется собственная жировая ткань певицы. Анастасия Квитко. Модель обладает пропорциями 95-63-105, и это при росте 162 см и весе 71 кг. Квитко утверждает, что достигла такой фигуры благодаря тренировкам в спортзале, а не благодаря силиконовым имплантатам. Но многие сомневаются в ее искренности. Слишком уж крутые получились перепады в ее фигуре. Давид Манукян. Дава, решив улучшить свою фигуру, обратился к хирургам, которые использовали жировые отложения звезды для создания кубиков на его прессе. Получив новое тело, Давид начал делать фотографии без футболки, чтобы похвастаться перед своими поклонницами. Виктория Боня. Виктория Боня многое исправила в своем внешнем виде. Изменения коснулись формы глаз, губ, век и скул. По некоторым данным, у знаменитой светской львицы также неестественная грудь, ей как будто неведома гравитация. Эксперты замечают на теле ведущие следы эндопротезирования молочных желез с использованием имплантатов. Анна Седокова. В детстве девушка очень комплексовала из-за своей внешности. Она смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они. В 21 год после рождения ребенка Анна сделала липосакцию. У многодетной матери бюст в прекрасной форме, поэтому поклонники подозревают, что и здесь были сделаны определенные манипуляции.